Всем приветик. Так. Вспомни, что мы тут делали. Ух, ё. Так, что у нас по денежкам? Лежит много. Больше маны. Богу маны. Так, еще я, наверное, хотел чуть-чуть потише сделать. Что-то меня так громко шумело. Так, я помню, тут была такая засада. Типа засада. Или... А, я, да, я это все сделал. Все отлично. Можно просто дальше бежать. Боже. Себе. Поэтому им нельзя подходить. Я чуть не убили. Жуть. А чё так больно? Не помню, чем ее лучше бить. Даже так же в спину или в ножки. Я бы с этой лошадницей сначала разобрался, она бесит. Ай. Господи ты, а. Щитовик меня задолбает. Ну, лучник тоже. Умри. В итоге она свалила. Ладно. Следование с бруселем. Братья. Ха-ха, там гусняшка. Ну, ладно, ману восстановим быстро. Тебя, господи, как же ты бесишь. Я не могу так высоко камеру поднимать. Давай, вылези еще раз. Что ты думаешь, только ты там можешь стукать на такой дистанции? Нормально. Расходников еще много. Сейчас главное от той мечницы щитовиков не умереть. Случайно. Ну-ка, а тут что-нибудь есть? Вроде ничего. Кто? Почему ты еще жив? Фиг с тобой. Хотя... На всякий. Мало ли. Точно, я же ману прокачал, я еще думаю, почему... Что-то у меня много мана стало.
В чем наш путь заключается? Мне вот это интересно. В прошлый раз мы сели на престол, и вроде как кошечка наше тело захватила. Или там мадемуазель стала частью нас. Одно из двух. Ну, вроде кошка. Так, ну это я прям на самый верх поднимаюсь. Я забыл как бить. Так, я могу просто расстрелять? Нет, ладно. Так, а чё я освободил? А, я шоркат сделал. Окей, отлично. Можно забегать засейвиться. Конечно, сейчас опять снова все появятся. Ну ладно, убьем. Ну и расходники надо купить. А то я что-то наполучал по лицу прям очень сильно. Отлично, бежим. Умри, пожалуйста. Я настолько слабый, я понять не могу. Ладно, нет. А, я же аркану выбирал. Ну ладно. Господи, какой я косой. Сыц, не стоп. Мне нужна мана. Так, все, все. Сына, пока умирает. Мана мне восстановила чуть-чуть. Изысканная лампа. О, нет, ну только не ты. Еще и так умеешь делать. Ладно, мало чересчур, даже при том, что я прокачал ее. Привет. Спасибо за фоллоу. Кстати, я кое-что забыл сделать. Так вот, все отлично. Так. Господи, какой путь длинный. А, ну это обычно. Ладно, я пошутил, верните тех троих, пожалуйста. Нелегко со мной, да? Это бесполезно.
Я все-таки мазокотика играю. Это царство моего духа, мой мир. Так легко со мной не справиться. Он в костюме ведьмочки, он попал в шури. Да не дышись, а только, пожалуйста. Да, я заряжусь. Это плохо, да? Туда лучше не наступать. Давай немножко по-другому просто. Вот так вот. Какая же ты здоровая. Отлетаешь от меня сразу. Очень не хочу на тебя тратить. А еб. Ах, какие же проблемы у меня с маной. Как просто. Все, отлично. Можно было, конечно, не получать такого урона. Появятся эти трое? Внезапно распался. Никакой награды? А, ну мне восполнили здоровье, ладно. Пойдет. Спать ты, а? Чё ж такое-то? Ух ты. Типа убегать сейчас будет? А, понял? Как ты далеко прыгаешь? Выносливость — это плохая вещь в этой игре. Ген маны был все это время, не заметил его. Сдерживающие кандалы.
Так, окей. По идее, должен был путь открыться. Где-то там. Цена тут сосла, конечно. Так. Забыл, что-то она умеет спадать. Точно. Так, сюда. Там сейфка. Отлично. Так, дай-ка мне пару... Вот эту и вот эту. Остаток, наверное, себе немножко прокачаюсь. Что-то я слабо бью, я не знаю. Смогу? То ли они слишком толстые? Так, нам куда? Может быть, пригодится потом. Наверное. Хотя я не помню ни разу, чтобы я пользовался шоркатом нормально. А, нет, один раз был. Не-не-не, давай, не надо. Не надо не взрываться. Я знаю, что ты больно взрываешься. Так, я вижу, это сундук или что это? Да, это сундук. Его я хочу. А я отсюда вылезу потом? Ну, наверное, да. Вот что. А, это под платформа, которая под выйдет. Наши рыбки стрёмные. Жуть, малыш. Я думаю, придется заряжать огненное. Он так прибивается. Отлично. А это лифт. Хочу сундук. Я, наверное, рано поднялся. Там был, я не помню. Или где он был? Да ёп. Чё-то я вообще... Ритуал поглощи. Что он делает?
Силота от меня. Я не попадаю, да? Цепь. Так, господи ты. Нет, нет. Нет. Я идиот. Пол внезапно закончился. Ладно, нормально. Сейчас, сейчас пройду нормально. Я слишком экономлю магию молнии. Зачем-то. Хотя, она маны жрет много, конечно, но... У нас ее туча. Мне же, по идее, не надо будет активировать сейчас. Уже, по идее, все активировано должно быть. Цыц, не делай этого. Ну да, все активировано. Моя мана, ее как не было. А зачем тут она на самый верх поднялась? Тут чё? Это же, да? Тут же должно что-то быть. Ну, какое-то странное место. Вот вообще не вовремя анимация. Дайте, я хочу жахнуть быстренько, пока не успел. И ветер. Я ненавижу. Грубаные щиты. Там она кончилась. Если будете кормить, я согласен. Йо! Тихо. Я думал, она упадет. Можешь пасть? Честно? А ну упади. Ну, видимо, я сюда немножко рановато пришел. Наверное. А как мне... Ну-ка. Не пробил. Ладно, давайте другой способ. С молнией долго набирается, конечно. Ага. Плохо. Ладно. А я могу до туда жахнуть? Я успею жахнуть. А, я же супер быстрый.
Так, а как мне ее открыть тогда? Кстати, отсюда можно с этим разобраться. Не влах, не бахай. Так, там еще один, да, вот тут. Вот, где. Нет, не хочу, нет. Так, дилемма. Ага, так. Как бы мне так слезть? Не упасть. Черт, это... Я не хочу умирать. Я не умру. О, можно попробовать до лифта допрыгать. Ты че, камера, не сходи с ума. В принципе, отсюда... Нет! Нет! Я хочу падать. А, меня вытолкнуло. Не смог зацепиться. Ну нет, снова все убежать. Ну ладно. Я единственное так и не понял, как мне сломать тот кристалл, если он со всех сторон окружен штучкой этой. Так, у нас лед. Отлично. Ё-моё. Как раз ты шарик забыл. Ты еще не поворачиваешься, нифига, блин. У тебя острова. Переживай, про тебя несу. Кстати. А нет, с этой стороны тоже окружено. Может, мне надо этого убить? Чуть-чуть опустись. У меня камера выше не поднимается. Я до тебя доберусь. Тогда этого черного не будем трогать. Какой там крест. Ну, че, темненький. Так. Опа. А я тут же пробегал. Не заметил, что ли? Лапаратиана. А, ну мне, возможно, надо сломать тот кристалл. И только тогда я смогу пройти и сломать тот кристалл. Йо. Ладно, так и сделаем. Это мне надо, получается, вот сюда. Цыц, не падать. А мне хватит, интересно, щита? Будем надеяться, что да. Я думал, не хватит. А за... зачем? Подожди, зачем я все это делал? Я же спокойно там тот же самый щит использовал и... Все. В порядке было. Так, здесь никуда не пройти.
Тык. А я отсюда вообще смогу? Я забыл, как я вообще туда залазил. А, ну да, отсюда. Какая прыгать случайно. И упасть. Я что-то забываю на нос, то есть поглядывать. Я снова нажимаю. А, то есть сейчас она убирает эту фигню. Почему она в прошлый раз ее не убрала? Ой, да ну нафиг тебе. Лучше я покажу тебе магию. Я вообще-то веков не сильно люблю. Смотри. Все, идет проблем. Так, стопэ. Тут же показывали, что оно... Или нет? Его же показывали, что оно открылось. С той стороны тоже закрыто. Так, или я что-то путаю. Или она что-то другое открыла. А, подожди, ну-ка. Нет, потом. Что она открыла? Но она уже вот это открывала. Но она не открылась. А, или мне на время надо? Да, видимо, на время надо было. Я успею, интересно, вообще добежать? Если нет, придется магию молнии использовать. Да, видимо, надо через молнию. Тык. Господи, эта анимация такая долгая. Так, ну теперь я, по идее, должен успеть. Сейчас, пока магия молнии у меня закончится. В этот момент я... На телепорте? Я отсюда смогу? Конечно. И куда же? Мне интересно, сколько еще у меня осталось прохождения. Я думал, тот замок это все, вся игра, но нет, оказывается, еще куча всего есть. Какие-то побегушки по каким-то летающим островам. Не ту магию взял. Слишком долго наводишься. А где твоя подруга? У вас же двое вроде было. Че-то я... Не обратил внимания, что я черный убил, а не красный.
Я надеюсь, я никакие секретки случайно не пропускаю. Я хочу костюмчик за повышение уровня максимального. Внизу ничего нету? А, можно. Все в порядке. Можно спуститься. А, ну тут просто стояли эти две мадемуазель, которые шмаляли в меня своей дальнобойной магией. Так, пришел я оттуда. Да? Или оттуда? Сейчас я забыл. Да, все, отсюда пришел. Или... А, как же я быстро забываю. Нет. У тебя тут что-нибудь было? Вот мне интересно, вот туда, наверное, не стоит пытаться прыгать. Я, мне кажется, я не далеко. Хотя нет, я бы мог попробовать. Но, блин, сейв далеко. Не хочу бежать здесь заново. В принципе... Так-то я бы допрыгнул. Тут после даблджампа почему-то у меня... Да, удар в прыжке не хочет особо нормально работать. Ладно. Слишком много уклонений. Да, буквально минимальное хп осталось, а ты продолжаешь драться. Ну зачем все эти сложности? Черт, вставай! Она еще не умерла. Мне показалось, или там были шарики? Видимо, показалось. Вроде секреток я не вижу. Надеюсь. Надо, блин, не забывать, что еще есть стены, которые можно ломать. Я не знаю, есть ли они здесь, конечно. Так, ну, по всей видимости, нам туда. Да, вот как вот эта стена. Это какая-то слишком очевидная стена. Сундучок. Сундучок. Вместо чего? Он хп вроде восстанавливает. Тут, блин, перевод, чтобы... на который можно значительно восстановить. А что дальше? Восстановить что? Но по логике... Фиолетовый кристалл, который надо было кинуть на землю, восстанавливает ману. Белый восстанавливал здоровье. Значит, и этот должен здоровье восстанавливать. Окровавленный ключ. Какие-то жуткие вещи собирают. Так, что нам нужно? Больше урона. Я почувствую, что сейчас будет босс-файт какой-нибудь. Опять. Да. Тут еще арена такая. Переодеться в ведьмочку обратно. Это немножко странно выглядит.
Значит, ты и есть та сотворенная душа, что сумела добраться до престола? Ты не та, которую мы убили? Нет, не так. Ты пытаешься присвоить мой сосуд? Я хочу снова стать собой. Для этого мне необходимо обрести тело. Ты существуешь? Конечно, мы сейчас ведем беседу, разве это не доказательство? Этого мало. Мало. Для меня цель жизни быть нужной. Я жива лишь тогда, когда кому-то не быть нужна. Тебе не нужно одобрение других, чтобы чувствовать себя живой. Сотворенная душа нашла свое предназначение, пока вела меня сюда. Смеяться, когда весело, делать, что хочется, вот ради чего стоит жить. Все не так просто, я не найду покоя, пока не стану той, кто я есть. Без этого мне не избавиться от пустоты. Вот почему я пришла к престолу, но теперь я кое-что осознала. Мне нужно еще кое-что, кроме него. Опять. И это ты. Раз так, то у нас одна цель. Я ждала момента, когда смогу вернуть себе тело. Как только ты умрешь, оно будет принадлежать мне. Столько эмоциональности в моем голосе сегодня. Господи, ты так долго ее зарешала. Выносливость. Понял. Тренировка. Да стой ты, подожди, куда ты улетаешь? Молния творит чудеса. Я потерял ее. Цыц. Уже нет ограничений, надеюсь. Я потерял. Чуть-чуть. А, она вообще все восстановила. Ха-ха-ха!
Я упал. Так, у тебя вообще дамаг есть? Что-то я понять не могу. Читерный круг немножко. Ага, мана кончилась. Я думал, я по ней врезал, но она... Жизнь, когда у тебя кончилась мана. Да я думал, хватит уже. Я больше ману ждал, чем то остальное. Горничная тебя покарала. Горделивого короля. Я тебе не виню, а ты ведь жертва этого эксперимента. Не должна быть так долго страдала. Наверняка тебе было очень одиноко. Обижаешься на весь мир? Именно те, кто сделал тебя такой. Ну все позади. Стань частью меня. Стань частью моей силы. Третья молния. Я покину это место и... Еще что-то будет интересно. И куда первая ведьмочка делась? Уже обещали там ленту на поляне оставить. Мы снова в замок вернулись. А, нет, понял. Теперь космос какой-то. Церемониальное благовоние. Какое что-нибудь еще получал? Блин, пока что обычная ведьмочка. А где шапка наша? Почему у нас шапки нету? Так, тут уже большие эти идут. Конечно, зря переплачивать мне, но... А, нет, я передумал. Я вот это хочу. Ладно, только сделаем вот так. А, я забыл, сколько там стоил кристалл. Сейчас посмотрим. Все равно, да, пойдет. Хотя, ладно, все-таки лучше майночка. У нас еще задание достигнуть высшего уровня владения стихией льда. И поглотить 30 тысяч единиц с помощью ритуала. Это я вряд ли, наверное, сделаю. Потому что я не могу никак подгадать момент нормальный. Я бы за мишку лучше побегал.
немного странно будет выглядеть. Так, ладно. Служаночка. И продолжаем. Они же не оживут сейчас. Здесь, кстати, я бы мог попробовать набить себя. Я не заметил его. Кто-то еще будет жевать? Замок. Вроде. Я тебя вижу. Поведемся на эту ловушку. Эти двери откроются. Или это такая манка? Вы думали, что эти двери откроются? Но нет. А, нет, открылись. А там было что-нибудь? Тут ничего. А, мы все еще в космосе. Сумочка. И развратный шифон. Куча вещей. Не понял, что это просто. Да, но я тебя не видел. Да, по пути все еще нормально не попутилось. Знакомое место, вроде. Так. Не хочу вниз. Ничего нету больше. Вроде ничего. Хотя, может быть, мы настолько там долго были. Черт. Наверху только там. Не смей. Я вообще не знаю, как бороться вот с ее щитом этим. Я понимаю, если бы она только на них попала. То 6 урона прошло по кому-то.
Серьезно? Через стены против правил. Не-не-не, стой, не бей. А, короче, она тоже по своим же лупит. Повезло вам, ребят. Союзником на вашей стороне. Еще бы я так глупо не попадался. О, там сундук. Так, давай все мое время по себе хреначить. Давай. Только... не этой атакой, другой. Не, ну она миленько выглядит, кстати, на удивление. Ладно, моя теория не уменьшалась теперь. Тоже есть метла. Я не побоюсь ее воспользоваться. Господи, сними с себя щит. Пожалуйста. Ну, так нечестно. Я себя ударить не могу, а ты меня можешь. Ха-ха-ха, как же это раздражает. Еще и полицию получил. Химерка. Так, все туда игралось. Меня уже раздражать начинает. Ну шо, договорились. Очень по-плохому. Так, мне начинает казаться, что я что-то неправильно сделал. Не может обычный моб быть настолько неубиваемым. Сейчас я немного маны восстановлю. На будущее. Себя я тоже домашь. Упс. Я не знал, что я себя тоже домашу. А, ну точно так же. Если я огненной штукой себе дамажу, молния тоже себе дамажит, отлично. У меня маленький вопросик, как ее убивать? Еще можно как-то предмет рассортировать? Так, раз, два... Раз. А, пусть будет фиолетовый. Я реально не понял, как ее убивать. Типа она бесконечно на себя накладывает. Твой щит вот этот постоянный.
При этом молния у меня самое сильное заклинание, как. Другими скиллами я ее так просто не уничтожу. Сила. Еще одна попытка туда допрыгнуть. А, ну можно почти, наверное. Тыщ. А, ладно, я понял. Нет, там шамп сработал. Ну ладно, я не против. Что тут не могу. Свиток изменения. А как ее открыть? Надо ждать вот этого момента, получается. Но она, проблема в том, что не всегда кастовать ее хочет. Обычно она просто метлой бьет. Хватит спама. Стоит там, спамит. Вот я пока к ней бегу, она уже докастовывает эту штуку. И на месте оставляет. Не, можно пытаться ее молнией убить, конечно. Я не уверен, что получится, конечно. О, неплохо вышло. Во, подловил ее. Отлично. Так, а теперь маленький вопрос. А как мне залезть обратно наверх? И залутать штуки где? Тут есть подъем, как бы. Значит, это какой-то хреновый подъем. Точнее, я не видел рычага, чтобы дверь открыть. Видимо, что она не открывается. Потому что там я вроде тоже рычага не видел. Да, ведь я же не слепой. Да, рычага нет. Ладно. Тогда оставим пока что. Потом, если что, через другую статую тэпнемся на эту и все. Тоже больше ничего нет. Вроде ничего. Эти кристаллы появились. А можно мне тэпнуться? Пожалуйста. Ладно. Там, по идее, должна статуя дальше быть, а через нее тэпнусь.
вот как раз. Руна призыва героя. Так, что у нас было, получается? Одно такое и вот такое. Отлично. Переместиться вот сюда. Да. А я могу просто пробежать? Не трогай никого. Надо их убить. А, нет, не надо. Отлично. Чпок. Он уже летел. Я допрыгну. Рано или поздно я допрыгну. Я просто как-то неудачно даблджамп сделал. Ну, господи ты. Что ж не так-то получилось? А, сейчас опять появится эта троица, да? А, не, смотри-ка. Мне опять придется возвращаться через... Я допрыгнул. А чем мне давала, кстати, стихия моего ветра? Уклоняться в воздухе неограниченно. А, стихия му. А, стихия чар. Удар посохом выпускает волны, бьющие по врагам. Ладно, все, последний раз. Если не получается, идем дальше. Не нравится мне по 100 раз пробегать через одни и те же локации. Тем более время у нас ограничено сегодня. Вставай! Режим флеша активирован. Что ж это, можно просто пробежать и не убивать их 100 раз. Хотя вот этот бедняк и постоянно отлетает в кристалл. Вообще этот звук постоянный как... Врезается в них. А я смогу в режиме флеша пробежать? Так, ну отсюда я должен допрыгнуть. Тоже самое. Отлично. Миссион комплит. Кстати, нифига подобного. Я не могу уклоняться бесконечно в воздухе. Она один рывок делает максимум, и все. Вот все, один рывок я могу сделать. Даже когда я падал, я мог только один рывок сделать. Все, отлично, можно идти дальше. Что-то не нравится мне это место. Так, и с чего мне начинать? Сюда. Господи. А, я все 3 должен пройти. Ладно, без разницы. Главное, чтобы там не было щитовиков и этой куклы с хренью своей.
Сказал, что сундук светится. Кстати, знакомое место. Это же оттуда, откуда мы пришли сначала. Так, что мне тут надо? Не сработал по обращению. А на вот это домашнее обрушение, вот это интересно. Или нет? Да, домашнее. Мы проверили опытным путем. Да, это то место, где я был. Только оно что-то разрушается, и оно немножко изменилось. Ну-ка, там что такое? Путь в обратную сторону теперь у меня. Не пройду, пока не сделаю внизу, да? Сухие огни. Ну-ка. Когда огненная стрела взрывается, она притягивает к себе врагов поблизости. Нет, стой, стой. Меня огонь уже. Теперь мне надо будет эти четыре куклы победить. Да? А, нифига. Они не умирают. А это может под обрушение надо как-то? Где-то оно тут должно быть. Тысяч. Надо их здесь держать, но не знаю, правильно это тактика или нет. Но, возможно, мне надо огнем пойти, чтобы по ним ударить. Ним ничего не сделал. Тоже ничего. И это тоже ничего не сделал. Как вас победить, миледи? Скажите, пожалуйста. Дайте намек. Успейте, да? Давайте вот здесь, тут сейчас еще тоже обладает. Хотя они сейчас полвека будут идти сюда. Тут
Тут он. Это тут вроде было. Отошли. Не, я что-то не то делаю. Почему он не понимает? Но если огонь не почти не сделал, то и это вряд ли что-то сделает. Места тоже нет. Ну, господи. Кстати. А, понял. Только не молния, а... Я долго думал, забыл совсем про эту механику. Да ты еще, кстати, что-то было. Одна, отлично. Еще две осталось. Лучше огнем все-таки. Вот, мне кажется, он побольнее бьет. Каменная, я не могу от них увернуться. Рукопашку? Огнем хотя бы урон огня проходит. Все, все было проще намного, чем я думал. Я слишком смотрел. Я испугался. Так, и все. Нет, что-то должно еще быть. Там какой-то путь был куда-то, который меня обратно, по идее, возвращать должен. Мне вот интересно, там есть что-то или там просто тупик. Так, это получается вот сюда. А, тут просто нет пути, ладно. Так, ну первый я сломал, еще два осталось. Ну или еще не сломал, сейчас сломаю. Полуэфирная духовная эссенция. Ладно. Подумаешь. Сейчас посильнее врежу. Дальше.
Кто нас будет ждать дальше? Или кто? Что или кто? Я правильно понял, что я сейчас буду просто идти по локациям, пока... По которым я уже ходил. Ну, кстати, вот за новых мобов прикольно. Если бы, конечно, такой глупый не был, я бы пораньше понял, что их надо в рукопашку херачить. С усилением. А, это рви. Так, ребята. Что-то я по ним слабо как-то прошло. Он же отсюда падает. Ха-ха-ха, так и знал. Стихему. Вроде там больше ничего нет. Но не... Только не рыцарь, пожалуйста. Меня он так взбесил в прошлый раз. Нихера себе. Уворачивается. Он хотел от молнии. Хватит. Дашь мне похилиться? Понял. А, это меню случайно. Я буду быстрее тебя просто. Ладно. Это будет тяжелее, чем я думал. С ним тоже в рукопашку надо хреначиться. Ладно. Просто заряжу молнию и буду херачить ее в рукопашку. Проснись и пой. А, тихо. Закрою себе кристаллик жизни. Немножко силы вкачаю. Отлично. Чтобы я чуть-чуть сильнее бил. Я сейчас опять бежать через всех этих. Хотя можно просто электричество активировать и просто пробежать там, наверное. Успею под камнем пробежать, интересно. А, приветик. Так, сейчас я активирую. Все, я готов. Вылезай. Да, под молнией ее лупить неплохо.
Его очень сложно получить. Я не уверен, что я его получу. Это надо парировать, а я не понимаю эту систему парирования. А, я быстрее тебя. Нет, стой, стой. Ладно, давай будем не скорость, а... Ты еще от ближнего будешь уворачиваться? Ты серьезно? Стоять. Кстати, тут не все лоли. Важно, не даст мне похилиться сейчас. Не дало. Ладно. Сама напросилась. Сейчас Мейдочка тебе покажет, что такое сила настоящая. Если ты дашь мне зарядить эту штуку. Ага. Она, конечно, нету, но зато я быстрее тебя. Ух! Плохо вышло. Она не смогла увернуться. Осколок души. Что-нибудь есть еще интересно? Я даже не знаю, сколько я сейчас набрал. Типа... Вот есть история. Я играю уже 7 часов. С 38 сокровищ. Скорость чтения 1. Заклинание ближнего боя 1. Маны 800. Эссенции 14 тысяч. И врагов 769. Что-то, кстати, маловато. Я думаю, я больше набрал. Но там не пишется... Сколько я поглотил? Я пытаюсь. Я не могу запарировать атаки некоторые почему-то. А иногда вроде нажимаю в то же время, но не пробил. Короче, странная штука. Чем тебе Мейдочка не нравится? У меня еще Мишка есть и Матроска. Забывай, что магия по мне тоже бьет. Тут даже не написано сколько. Чем тебе купальник не нравится? Ладно, для разнообразия. Че, у матроски побегать. У нее хотя бы шапочка есть. Мне, кстати, очень офигенно. У меня сейчас до Нового года будет график, точнее до 31 числа. Я буду работать по 3 дня и отдыхать один день. Ей! А сегодня я вообще не спал, поэтому я еще обожрался сейчас курочкой. Я не уверен, что я сегодняшнюю смену дотяну вообще. Ну, как ты не спал? Я спал? Вчера? Часиков 6. Забавно, что огненный дух получил урон от огня. Нифига. Я, получается, вчера спал 6 часов, да, как я и сказал. И ночью где-то с часа до 3 поспал. Или до 4, я не помню.
Короче, я прохалявил смену, я просто сказал опять, что у меня нет электричества, поэтому я не работал. Что я что-то офигел от того, что у меня 3 рабочих дня, и никто меня не предупредил об этом. Давай, я знаю, что ты жаришь. Я уже столько раз умер от этой лавы. О, стихий, да? 4 уровень. Еще один уровень, я костюм-купальник получу, кстати. Ну вот нифига не выспался. Ай-яй. А не хочет парировать. Ой, дай хрен. Я маг, а не воин. Что мне нужно? Мне типа вниз надо? О, давай. Так это будет тяжеловато. Мне надо с ними в рукопашку драться. Что колдовать я не смогу. Не, все-таки мне матроска не нравится. Мне служаточка нравится и медведь. Будем медведем. Такие ноги огромные. Дайте мне меч в виде лапки. Я победю всех. Так, короче, хрен с ними, я просто пробегу. Мне лень с ними сражаться еще раз. Режим флеша. Сейчас я получу по лицу от огненной атаки, да? Это кто? Я тебя не помню. Из кальмара? Нет, первый раз в таком слышу. О, прикольно. Я просто курочку купил. Он такой, типа, о, у нас продается курочка. Хочу. Так, это проблема. А я могу... А, есть... О, есть урон. Нахер систему. А, она не всегда же? А, нет. Она просто... Парируй. Нет. Мне кажется, здесь максимальный уровень должен быть. Да тяжело парировать. Тут непонятная система парирования. А, кстати, чтобы ты понимал, как я понимаю сюжет, мы сейчас играем за котика того.
который вселился в тело ее. Когда мы там в конце в замке под, на престоле подрались какой-то мадам. Не Лоли, кстати. Что было очень странно. Там какие-то летающие острова попали, еще с какой-то миледи подрались. Тоже не Лоли. Так, а для чего мы все это делали? Теперь у меня вот такой вопрос. А я вот без понятия, кстати. Я пока не понимаю, почему он вселился в ее тело. Или она вселилась, точнее. Сейчас мы по каким-то мирам путешествуем. Как забавно в этом костюме выглядит. Я наконец-то здесь. Престол в царстве моего духа, настоящий престол. Теперь какая-то битва с боссом будет. Он находится в центре этого фонтана. Всех нового престола, престол духа и престол печати. Я сломаю печать и вновь стану единым. Это типа Набета сама. Она села на трон в реальном мире. А мы сейчас должны сесть на трон в мире духов. И в мире духов как раз котейка ей управляет. В ее форме. Ну, как все сложно. Так, а у меня максимально, может? Нет, еще не максимально. А где? Я надеюсь, я не пропустил ледяное заклинание где-то. Я думал, игра короче будет. Там вроде писалось типа 5-6 часов. Основной сюжет без дополнений. Ну что-то я уже часов 8 играю. Надо было костюм на более каноничный поднять. Ну ладно. Ну, видимо, да. Ты кто? Мы снова пришли к Лоле. Где я? Я добралась до престола. А, это Набета. Мишка. А? Меня две? Проклятие крыс. Блин, если название сможешь сказать, я попробую поискать. Я. Неверно, ты не я, а я не ты. Ты сотворена душа, созданная, чтобы заменить меня. А я изначальная душа этого тела, что была спечатана внутри престола. Что за сюжетные повороты внезапно? Подожди. То есть Набета на престоле, за которую мы начали играть, она сотворенная душа. А котик запечатанная душа внутри престола. И на самом деле это тело котика. Так что ли? Ты чувствовала, что не принадлежишь себе, потому вернулась сюда и попыталась выяснить правду. Значит... Да, все-таки она сотворенная душа, а котик это настоящая душа от тела. Тогда кем я стану? Есть одно тело и один престол, вот это значит. Может быть, только одна душа? Прошу прощения, я не хотела украсть твое тело. Просто... Я наконец-то чувствую, кто я. Я наконец-то здесь после всех трудностей. Я наконец-то нашла правду. Так много неисполненных желаний, не только моих. Их так много. Так много. Она финальный босс?
Я... Нет. Я не хочу исчезать. Мне кажется, она такая же простая будет, как те люди. Yes. Медведь победит. Нанота потерянная. А, она нанота? Она бета-котик. Ай, по спине врезали. Я тоже читать умею. Стоять. Сначала вот так. Потом так. Быстро. О, неплохо я. А, она моей магией владеет. Лови. Сейчас еще кастанем. Тактика Мегумин. Эксплоужен. Ничего, урона нет. Нет, стой, хватит. Просто секой. Если молния шабнуть, по идее молния больнее должна. Да, она быстро коснулась. А, точно там. У меня мана не кончается вообще. Мохахахаха. Я сильнее тебя. Черт, что-то сейчас будет. Вообще не хочу ее убивать так-то. Ей сейчас помогут все три босса? Нет, нечестно. Они мне должны помочь. Не надо. Слышишь, не надо. Уфиг, отлетел. И камни вниз. Я так долго летел. Так, надо уклоняться больше, я понял. А, у нее душа рыцаря того, вот этого. Вот этого, тех двух, которых я победил. То есть сначала рыцарь, потом тюремщица. Мне кажется, больше фаз будет. Так, раз, два, три. Отлично. Ну все, на этом, на это. Готовь свою жопку. Я просто не той магией херачу. Четыре, ну, скорее всего, да, четыре фазы будет. Она же типа финальный босс сам. Ее рыцаря, тюремщицы и... А, нет, подожди. Ну, если по логике, ее самая первая фаза, потом рыцарь, потом тюремщица Моника, потом Талаляха в лаве, ну, тебя вроде на ней не было, и Милфа.
Ладно, это можно скипнуть. Но если так много, то я сомневаюсь, что много так будет. А-а. А. Тут самонаводящимся бить. Я говорю, фу, самонаводкой. Ай. Я ж дочитаю. Короче, надо кастовать, когда она уже кастанет свою магию. Только это будет очень долго. Это что такое? А, я выронил, что куда ты бежишь? Стоять на месте, пока я в тебе целюсь. Посмотри, мана вообще не кончается. А я думал, она чем-то другим врезала. Сейчас упаду. Слишком много. Я столько не потягиваю. Вообще просто все без зарядки и херач. Ее атаки просто мои глаза. Минус. Давай быстрее, я уже видел это. Призывай своего рыцаря. Но мне нравится, как она выглядит. Это что, она в кандалах? Странно немножко. Я должен ее за час победить. Ибо я работаю сегодня. Красиво полетел. Давай. Да, это точно рыцарь. А, понял. Сразу две атаки будут. Точнее. Отстань. Сразу три босса. Да. Я сегодня, завтра работаю. А еще я работал вчера. Должен был. Но я... Молния. Я сейчас три дня работаю, потом один отдохну. Осколок души заблудшите. Потом два поработаю, один отдохну, три поработаю. Потом 4 дня отдохну, с 1 по 4. 2 дня поработаю и 5 дней отдохну. Вроде я так правильно понял. Ты успела совершить, пока занимала этот сосуд. В некотором смысле ты даже заменила меня. Этот голос в моей голове. Это была ты? Кажется, я стала такой же, как ты. Я пока не знаю. Мы с тобой всегда были едины. Она ее типа лечит.
удерживают в этом мире. Желаешь составить мне компанию? Да. Я хочу еще чуть-чуть побыть в этом мире. Привет. Сейчас медведь покорит. В качестве кота. Кстати, мне интересно, если я буду перепроходить игру, что-то изменится? Мне кажется, надо было обычный образ ведьмы поставить. Немного странно выглядит. Она же добрая, по идее. Надо это вот это. А просто исчезать не хотела, поэтому он хотел нас уничтожить. Да не, я что, пропустил где-то ледяную магию? Невозможно, кот лежит. Да, это тот момент, когда нас поцеловали, и мы отправились в мир духов. А мы сейчас местами поменялись, интересно, что на этой... Типа, она теперь в котике будет, а мы в этом, в теле. Бантик. Спасибо за все, что ты для меня сделала. Ты погибла, но ты же хотела отправиться вместе со мной. Я дам тебе новую жизнь. Отринь смерть и возродись. Нифига, мы мощные. Что медведь? О, киса Бантик. Она живая. Мне теперь это одно аниме напоминает. О, превратилась. Жалко, ее человеческую форму мало показали. Ну, по сути, мы выполнили то, зачем пришли. Немножко по-другому, конечно. О, минус звук на запись. Я. Ну, игра классная, мне понравилась. Просто на прошлом стриме не было, я там 7-6 часов сидел и проходил. Ну типа, как я понял, она изначально была в замке, но Нанета вот эта, которая с которой мы последний дрались, она захватила тело и ушла. А котик настоящий Анабета осталась в замке. Потом ее тянуло обратно, так как это не ее тело. И у нее не было памяти о том, что типа она забрала тело. Она сражалась, села на трон. После мы отправились в мир духов, на котором уже за котика сели на трон. За настоящую Набету. И поменялись телами с Нанетой.
Вообще, по сути, как я понял. Ну, я точно не уверен, но если бы она не спасла котика, возможно, игра бы кончилась, когда она трансила бы. А, вот, кстати, вот эта вот, которая у престола была, с которой мы сражались. А, на Джин, кстати, похоже. Мне что-то напоминает. Там еще одна такая же была, только беленькая. А, вот котик, кстати. Она прикольно выглядит. Дайте за котика поиграть лучше. А вот еще одна взрослая. Ну и на это последнее. Так-то довольно много боссов. Игра в итоге вышла на сколько? На... прошлый стрим 6 часов. На 8 часов вышло. Хотя я так и не апнул. Максимальный уровень ледяной. Где-то я, наверное, сундук пропустил. Какая большая стена. Почему нету костюма кошки? Мне нравится, как кошка выглядит. Пупуя Геймс. Поздравляем, теперь вы можете выбрать новый файл сохранения для режима «Новая игра плюс». В нем чудовища станут более мощными. New Game Plus, вроде там все вещи твои сохраняются, кстати. Ну-ка, мне интересно, оно как-то чем-то отличаться будет? Чего-то я получил костюм зайки. Так, ну это не New Game Plus, подожди. Ошибочка. Да? Если у меня сейчас не будет моей магии... Это не New Game Plus. Ну, как ассен вначале. Ну да, это что-то другое. Ну, я, кстати, интересно, насколько они сильнее станут. Что значит звездочка, мне интересно. Загрузить данные, да. Это с какого момента, мне интересно. Или мне сейчас конец кинет просто. А, ну вот, видимо, новая игра плюс. Интересно, что-нибудь изменится вообще в сюжете? Или все то же самое? То же самое. Хотя у него взгляд другой. Стика, не знаю. Она у меня разряженная валяется. Да. Сюжет то же самый.
Я, интересно, сундук пропустить успел. Да, вот теперь у меня все с собой есть. Ну, могли хотя бы обучалки убрать. Нам сразу максимальные штуки дают. А я не выполнил только поглотить. И выше стихии льда. Ну-ка. Насколько мобы сильнее стать, интересно? Вроде такие же слабые. Я поглотю тебя. Видишь, непонятно, как эта штука работает. Да ёп. А если я добегу, да... Мне вот интересно, дверь открыта? Мои шорткаты, которые я открывал. Сундук, кстати, стоит за... этот открытый. Точнее, закрытый. Так, ну тут кристалл плохой. То же самое валяется, кстати, в сундуках, что и было. Мне больше уклонение котика, кстати, нравилось, чем Нанетта. Серьезно, тут даже это будет? Точно сильнее. Я хочу добежать до Шерката, если он закрыт, то... Так, хватит, пожалуйста, касцен. Я хочу просто пробежать. Сколько я цели могу захватить, интересно? Че, кого-то не убьешь? А, было бы прикольно, если бы сюжет хоть немножко изменили. С учетом того, что мы сделали в прошлой игре. Так, я почти добежал.
Да, все закрыто. Так, ладно. Жалко, я, конечно, не получил те образы прикольные. Купальник и этот... зайчика. Но перепроходить я не хочу пока что. Там, конечно, есть вот эта статистика для перепрохождения, но... не знаю. Мне кажется, игра для одного раза как раз подойдет, чтобы пройти, и, может быть, когда-нибудь... когда ты уже забудешь сюжет, перепройти ее снова. Так, ну ладно. Я, пожалуй, закончу. Пойду передохну перед работой. Постараюсь завтра тоже стрим провести, но не обещаю. Поэтому давайте удачки. Пока-пока.